Всем привет! В этом видео я покажу вам наш выезд на автомобилях «Жигули» совместно с клубом «Ретро Лада». Этот выезд был еще в мае 2022 года, но руки до монтажа дошли только сейчас. Мы прокатимся по улице Москвы, а затем посетим музей автомобилей мира. Я ездил на своей ВАЗ-2CE-011 после полной реставрации. Ссылку на небольшой видеообзор по этому автомобилю я оставлю в описании. Вот. А мой друг ездил на уникальный ВАЗ-2CE-06 с автоматической коробкой передач. То есть машина такая очень интересная и уникальная в своем роде. В общем, давайте добавим немножко ярких красок в наши серые будни. Поэтому приятного просмотра. Ну что, мы сейчас собираемся около гаражей и затем едем на точку встречи. А вот, кстати, эта машина Дениса, моего друга, ВАЗ-2CE-06 с коробкой автомат. Но потом более подробно покажу. В общем, берем рации, чтобы было удобней. И погнали. Ну что, в общем, мы выехали. И теперь движемся в сторону места встречи, это где-то в Сокольниках. Едем по третьему кольцу, сейчас где-то 10:30 утра, но уже движение достаточно плотное. Но у нас пока еще 4 машины, мы еще не доехали, скажем так, до места встречи. Хорошо, что нам повезло с погодой, сегодня и не жарко, и очень солнечно. Дороги сухие, поэтому машины все чистые и совершенно не будут пачкаться. Так что вот, едем дальше. Заехали мы в Сокольники и, соответственно, уже приближаемся к месту встречи. Где-то здесь уже недалеко. Ну что, приехали, сейчас еще ждем несколько человек и поедем. Уже прокатимся и потом поедем в музей. В общем, мы собрались и сейчас выезжаем в сторону музея.
общем, заехали на территорию музея и сейчас будем расставлять автомобили. Ну что, приехали мы в музей. Сейчас расставляем машины и потом уже пойдем посетим, посмотрим, что там внутри. Это моя. Абсолютно новая тачка. Душечка очень красивая. Единичка в таком классном зеленом цвете, темная, мне очень нравится. Особенно с красным салоном. Так, ну давайте я покажу вам немножко вот эту вот шестерку, которая на автомате. Вот такой автомат. Трехступенчатый. Работает, кстати, просто идеально. Вообще без каких-то там щелчков и тому подобное переключается. Просто офигенно. Тут около музея, кстати, стоят машины. Вот Победа, Волга. На них можно, кстати, прокатиться. Купаете билетик и можно здесь недалеко покататься. Здесь Маруся. Почему коротко? Потому что сейчас собрано порядка 150 единиц тех. Самая старая машина в нашем музее, вот этот автомобиль Бьюик 1908 года. Но интересно... Ну что, приехали мы в музей. Сейчас взяли экскурсовода и будем с ним ходить. Так что, в принципе, музей очень прикольный. Так что приезжайте, посмотрите. Детям будет очень интересно. А вот Паккард. Блин, такие у них классные, конечно, эмблемы вот эти были. Просто обалдеть. Произведение искусства. Просто шикарно. А вот Cadillac V12. Обалдеть. Какая шикарная эмблема. У нас это Шевроле Эль Камино, Мустанги есть, Корвет прикольный, а это вот, кстати, машина времени из назад в будущего, Делориан, шикарная Феррари. Волга ГАЗ М21.
Шикарная чайка кабриолет. Вообще чайки, конечно, это произведение искусства просто. Невероятно красивая машина. Volvo, кстати, 62 года. Volvo P1800. Но самый кайф это вот BMW 503 60 года. Просто шикарная тачка. А это вот музей советов называется. Здесь все, что касается СССР. Шикарные здесь тачки, конечно, стоят. Все нулевые. А вот игрушки, кстати, СССРовские. У меня какие-то из них были. Типа вот таких вот, что ли. Уже не помню. Железные. А, вот такой вот, кстати, сделали все бы. У многих. У меня тоже такой был. Прикольно. Коляски какие. Вот это вот шикарный Hudson 1936 года. У него, кстати, здесь в багажнике вот там вот, были дополнительные места. То есть вот этот вот крюк открывается, и там дополнительные места для пассажирских. Не знаю, как они туда, правда, залазили, но сам факт такой имеется.